новогодний чаёк, который исполняет желание. Пахнет интересно. С ягодами. Сейчас заварим. Пару таблеток заменителя для лучшего исполнения желаний и кусочек шоколадки. Будем тестить. Запах вообще обалденный. Там травы какие-то, лепесточки, калина. Горячий чаек по вкусу чем-то напоминает травки, которые собирала бабушка. Там типа этих самых, ну вообще чай как бы вообще не чувствуется. Вот именно запах трав очень сильный, аромат и насыщенность чая. Ну не такой как обычный чай, намного вкуснее. Осталось только загадать желание и все, обязательно сбудется в следующем году в новом.